Артем Иванцов. Мне 15 лет. Я Рада Шибалов. 13 лет. Меня зовут Святослав. Сейчас уже 18 лет. Меня зовут Ксюша, мне 14 лет. Меня зовут Мирнов Даниил, мне 12 лет. Я Миша, 15 лет. Меня зовут Максим, мне 17 лет. Меня зовут Эдгар, мне 17 лет. Ну, вот здесь. Я пришел на этот проект, чтобы научиться чему-то новому. Хочу научиться сводить треки на слух, и также применять определенные эффекты. Я давно увлекаюсь музыкой и решила попробовать себя в новой музыкальной сфере, поэтому захотела присоединиться к проекту. Я хочу научиться в этом проекте проводить музыку и быть диджеем, то что знать, как они переводят музыку. Я хотел набраться навыков MC и диджея и, возможно, даже дальше где-нибудь играть. Я захотела принять участие из-за того, что я люблю музыку, и мне стало интересно учиться этому. На проект я пришел с целью научиться сводить музыку, и это было бы первое, так сказать, достижение в моей жизни, чему-то научиться новому. Ну, я пришел в этот проект для того, чтобы научиться, так скажем, быть диджеем и MC в том числе. Я видела, как работают диджеи и MC, но сама еще себя не пробовала. До проекта я не сталкивался ни с диджейством, ни с MC. Занимался до этого на компьютере. То есть все то же самое, только не на слух. Ну, я сначала никак не сталкивался, но я заинтересовался и начал разговаривать с Даней. Только в клубах, ну и сам только включал музыку на каком-то празднике в школе. С диджеингом или MC я напрямую не сталкивался, то есть там разные фестивали видел на видео, сам там не был. Ну, я сам в узких кругах MC. И пишу песни, и выступаю тоже. До того, как я пришел в этот проект, я не сталкивался с диджеингом, и мне стало интересно. С самого начала занятий мне очень понравилась работа с техникой и с музыкой. Но в роли MC я себя еще не опробовал. Нравится, собственно, сводить музыку, то, как обучают, то есть налегке не нагружают лишней информацией. Мне нравится, что преподаватели находят свой подход к каждому ученику. А также, что все происходит весело, живо, неформально. Мне нравятся люди, с которыми я обучаюсь, и аппаратура. Мне нравится то, что мне объяснили, как надо находить нужный момент и постепенно переключать музыку на другую. В этом проекте мне нравится сводить музыку. Ну, пока мне нравится все, и хорошая техника, я вижу, и почитал об ней в интернете. И очень хорошие ребята помогают, дружелюбные. Иногда очень трудно найти точку, место, когда надо начинать свои треки. И когда объясняют учителя, еще иногда непонятно сразу с первого раза, что они требуют от тебя, что они хотят. Ну, скорее, да, вот первый материал, когда был, сводить музыку было сложновато. Но постепенно нам объясняют новые фишки, что, как, где проще было бы сделать и красивее. Так как я не знаю всей музыки, не получается сводить ровно и подобрать нужный момент для свода. Для меня является большой трудностью подгонять треки вручную, так как я привык это делать на компьютере. Трудности, то, что я не нахожу иногда музыку, то, что не прислушиваюсь к ней, и туда мне не получается. Но потом я исправляю свои ошибки, и у меня еще идет к лучшему. Я ходил пока пару раз всего, и еще недостаточно навыков для создания вот хорошей музыки. Сначала у меня были трудности с ведением музыки. У меня не возникает никаких трудностей с выполнением заданий. По окончании проекта я вижу себя не то чтобы отличнейшим диджеем, но человеком, который мог бы разрасти как маленькую компанию, там друзей, семью или еще кого-то, или целый зал вообще, чтобы все двигались в одном ритме, который я им создаю. По окончанию проекта я планирую заниматься диджеингом.
Я думаю, что буду продолжать заниматься диджеингом по окончанию проекта, потому что на данный момент это самое интересное, чем я занимаюсь. Думаю, то, что меня будут приглашать на всякие дискотеки, и я там буду зажигать. Да, конечно, буду продолжать и себя и в роли MC, и в роли диджея, потому что роль диджея мне очень понравилась. И в школе буду тоже выступать как диджей. Ну, а MC, конечно, занимаюсь уже давно и буду продолжать это, так как мне это нравится и хорошо получается. По окончании этого проекта я хочу дальше развиваться как диджей и строить свою карьеру в этой области. Пока я не думал, буду ли дальше заниматься этим, но надеюсь набраться опыта и по окончанию проекта где-нибудь его использовать. По окончании проекта я хочу попробовать работать в клубе.